Всем привет, с вами Антров. Сегодня мы будем играть в Тверонс. Тверонс такая прикольная игра. Есть много типов игры. Можно играть во что захотите. Если будет интересно, я оставлю ссылку в описании. Так, ну сегодня мы, пожалуй, будем играть в ФНГ. Так, какой-нибудь где игроков много. Давайте сюда пойдем, наверное. Много игр. Еще и карты качать. Я думаю, у меня уже есть все карты, которые нужны. Ну что ж, начнем. Сразу скажу, я очень хороший игрок в ФНГ. Хотя, иногда бывает и такое. Ну ничего, все, отыграемся. Как-то так. Возможно, я даже успею уложиться в 15 минут, которые YouTube дает не партнерским каналам. Закончить раунд. Я думаю, мы победим, так что, потому что отрыв вот так уже больше 100 очков. Даже если бы его не было, мы все равно победим. Что это было? Ладно, не важно. Так что ж такое? Нет, ну так же неинтересно, люди, вы что, 16 очков там не все. Я так не играю. Ладно, сыграем еще. Наверное, очков до 300 красным. И если останется время, сыграем еще что-нибудь. Надеюсь, у меня не сильно ужасный голос. Ну, даже убить не может нормально. Что ж, ну так-то такое. О, это хорошо было. Ай, да не скид-то у меня, а. Дурацкий рикошет, что ж такое? Ай, да. У меня тут интернет лагает, сам закинуть не могу. Я, в принципе, ай, все очень хорошо. И 42 очка. Лучше всех. Пока играем. А. Так неинтересно. Дайте мне вас убить. Сейчас будет что-то страшное. Да, такое тоже бывает. Всякие умники так делают. Особенно бесит, когда боты играют. Всякие там. О! Круто! Вот видите, есть такие умники, которые считают, что я бот. Меня это бесит, они почти в каждой игре так делают. В каждом раунде найдется
посмеют кикнуть меня, потому что я босс. Потому что они сами ничего не умеют. Ай. Ну ладно, я на это не обижаюсь. Все ведь понятно. Что ж с ними поделать, ребятами-то? Ну что, до 300 очков еще не дошли? Вроде нет. Что ж такое? Вот счастливчик-то, а? Омг. Вот же шумники-то, а? Ну какой... Я ж не всю игру в одном месте сижу. Что это за фигня такая? Я сидел всю игру в одном месте, может было бы меня за что кикать, и так... О! Ладно. Сколько там минут записалось? 6 минут. Так, ну, может какой-нибудь пройти легкий дедорейс, чтобы по-быстрому в 15 минут ложиться. Это вот что? А, я уже полный. Умники. Так. Давайте, давайте, мультимоб не пойду. Все, уж улицы нападем. Конечно, хотел какую-то сторону. Так, отлично, размораживалка есть, все хорошо. Мне вообще хорошо получается играть в любые типы игр. Дедрейс тоже. Но без слэшера это, конечно, сложно. Ух ты, Рассел. Рассел мой друг. Старый. Вот это мой друг. Мы с ним давно уже не виделись. Вот кто-то его от меня отбирает. Ай, не пинайтесь. Ну офигеть замутил. Я бы так никогда не сделал. Всегда он меня удивлял. Он на Дедрейсах Про. По крайней мере был. Где-то месяца. Надо. Сколько же я не видел уже. Ну ничего. Сейчас пройдем с ним карту. Наверное, на этом закончим. Все будет хорошо. Уи. Так, вытащи меня. Вытащи меня, Рассел. Рассел, ты бублик. Да. Теперь я видел то, про что меня... То, что про меня написали. Я так не хочу. Нефиг было отвечать, но ладно. Идем дальше. Эй, Лили, я тут. Уи. Да, это как-то, конечно, скучновато все получается. Наверное, я не буду больше играть в Зелс.
поиграем в какие-нибудь другие штуки. Какие-нибудь инди-игры, например, которые я найду. На камень или чем-то таком. Или может флешки. Типа Хэппи Вилса, который сейчас очень популярен в интернетах. Ну, найдем чем заняться. Затроллили. Так, что тут есть у нас? Ясно. Так, что-то есть. Упс. Вот еще один мой друг. У меня, конечно, куча друзей. Мы с ними часто тусуемся на блок-сервере. Но я не думаю, что это хорошая идея снимать, как я тусуюсь на блок-сервере, потому что это в основном печат и все такое. Люблю болтать. О, это эхо. Не надо со мной так делать, я обижусь. Стой ты. Вот и все. Что там творить? Ладно, нет, пошел без вас. Да, пошел. Пока. Давайте догоняйте уже быстрее. Что у нас прыгает? Не прыгает. Ладно, давайте уже быстрее там до финиша дойдем. Ух, как я хорошо сделал. Хоп, хоп, хоп. Оф. Ну, давай звать сюда, я тебя понимаю. Ну, вытаскивай меня теперь, вытаскивай, давай, все, теперь залезай наверх. Наверх залезай, туда иди. Давай, иди. Ну, пошла. Ну, ну, давай уже иди. Вот теперь оттуда прыгай. Давай, смотри. Влево отойди. Ну, неужели? Ну, встань сюда. Вытаскивай. Вытаскивай. Неужели? Ну.